Здравствуйте! В эфире Анатолий Тучков. Я хочу напомнить вам о прекрасной поэтессе Белле Ахмадулиной. «Влечет меня старинный слог, есть обаяние древней речи, оно бывает наших слов и современней речи. Вскричать полцарства за коня! Какая вспыльчивость и щедрость! Но не зайдет и на меня последнего задора тщетность. Мне жаль коня, мне жаль любви, и на манер средневековый ложится под ноги мои лишь след, оставленный подковой». Какая погода ждет нас 15 марта? Краснодарцы, захватите с собой зонтики. Весь день, куда бы вы ни пошли, вашими спутниками будут небольшой теплый дождь, юго-западный ветерок 1-2 метра в секунду. Температура утром плюс 7, плюс 8 градусов, днем до 12 тепла. А вот в Тамани дождя не ожидается. Просто пасмурно, и температура утром такая же, как в Краснодаре. 7-8 градусов тепла, днем до 9. Не очень-то тепло, да и весь день как-то будет дуть северо-восточный ветер с порывами от 5 до 8 метров в секунду. Хочу я, чтобы была свеча. Свеча простая, восковая, и старомодность вековая так встанет в памяти свежа, и поспешит твое перо к той грамоте витиеватой, разумной и замысловатой, и ляжет на душу добро. Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. С вами был Анатолий Тучков. До встречи.